16 апреля в областном центре произошел пожар по улице Шажимбаева, 141. Горела кровля ресторана «Тбилиси». По информации сотрудников ДЧС, сообщение на 101 поступило 18 часов 17 минут от жительницы Петропавловска. Спасатели оперативно отреагировали, выехали на место возгорания. В ликвидации пожара задействовали 15 единиц техники и 67 человек личного состава. В 19 часов 3 минуты пожар полностью ликвидировали. Общая площадь ЧП составила 280 квадратных метров. Причина возгорания – короткое замыкание. Пострадавших нет. Всего за прошедшую неделю в области произошло 8 пожаров. С начала года у нас на территории области произошло 194 пожара. В огне у нас погибло 26 человек. Травмы различной степени тяжести получил 31 человек. Ущерб от данных пожаров составил более 86 миллионов тенге. Еще раз хотелось бы особо обратиться к гостям нашего областного центра, гостям области, к самим жителям нашей области, что нужно категорически и строго соблюдать правила пожарной безопасности именно при проведении огневых работ.